В этот уикенд любовь и романтика в Сочи-парке будет царить повсюду. Что ж говорить, если уже сама Баба-Яга решила стать невестой. Красный ковер, алтарь, принц и волшебница – все, что понадобится для церемонии сочетания сердец. Но есть одно условие – возрастное. Вот так будет выглядеть каждая пара, достигшая 16-летия. Здесь, в волшебном дворце любви, есть вся необходимая атрибутика. Фата для невесты и бабочка для жениха. Скрипит горячие сердца прекрасная фея. Ну а в знак подтверждения о брачной такой церемонии есть вот такие грамоты. Здесь, например, уже написано, что в этот прекрасный день были сочтены узами Яга Ивановна и Калмык Петрович. Первое семейное фото на память и, конечно, первый поцелуй. Кстати, обручальные кольца Баба-Яга сделала сама. Не без помощи, конечно. В школе волшебства целый день проводится мастер-класс по изготовлению проволочных драгоценностей. Здесь же можно и букет себе сделать. Правда, из бумаги, зато с шоколадной конфетой. А таких сладостей в парке предостаточно. Выпечка в форме сердец, шоколадные и клубничные десерты и даже доза любви для пары в огромных шприцах. Специальное меню подготовлено не только в уличных ларьках, но и в уютном волшебном саду. Для романтичного настроения в Сочи-парке продумано все до мелочей. Мы придумали совершенно новый продукт, называется «Влюбленный билет». Влюбленные пары могут купить один билет на двоих. Это не только выгодное предложение, но это отличный подарок. И внутри парка их будут ждать не только традиционные аттракционы Сочи-парка, но и танцевальный марафон, и музыкальная программа «5 песен о любви», и еще очень интересный квест в поисках сбежавшей невесты. Помогут парам влюбленные ходулисты, пушистые белые зайчики и нежный кот. С ними же и в специализированной фотозоне можно и сфотографироваться. Анжелика и Юрий Бакановы вместе уже 8 лет. Говорят, здорово, что есть возможность, пусть и шуточно, но вспомнить день своей свадьбы. Все это очень интересно, все это здорово, классно. И хоть мы уже и семейная пара, все это еще раз попробовать очень-очень охотно. Да, в этом участие. Вот, я очень рад, что попал именно в этот день, сейчас, под эту акцию. Все очень здорово. Не только чувства и эмоции правят в этот день. Приятным добавлением к любому торжеству станут специально подготовленные экзотические напитки. Каждый сможет поучаствовать в конкурсе сомелье и других интересных викторинах. Получить подарки и, конечно, самые нежные пожелания. Обязательно найдите вот этого парня, это наш главный ангел. И не поленитесь написать самые искренние, чистые и красивые слова любви тех, кто вам дорог, или просто пожелание всем гостям Сочи-парка в этот день. После этого сотрудники нашей небесной канцелярии громогласным голосом с неба озвучат ваше поздравление, и все гости Сочи-парка услышат ваши слова. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.